Мирнинский суд. Слушают дело в отношении 21-летней Ехиты Хаджиевой. В мае этого года она оказывала услуги няни на дому. Приняв троих малолетних детей, подсудимая проявила преступную халатность. В доступном месте для ее подопечных оказались сильнодействующие психотропные лекарства, чем и воспользовались дети. Когда им стало плохо, нерадивая няня вызвала скорую. Врачи на месте приняли решение о срочной госпитализации. В итоге пострадавшие оказались в реанимации, а девушка на скамье подсудимых. В результате оказания услуг подсудимой, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, согласно заключению эксперта, у всех, в принципе, трех малолетних детей установлено отравление психотропными веществами, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Яхита Хаджиева полностью признала собственную вину и согласилась с доводами следствия. Правда, как отметил старший помощник прокурора, за все время разбирательства за подсудимой особого раскаяния не замечалось. Только в зале суда она смогла произнести лишь одну фразу в адрес родителей. Мне хотелось извиниться перед родителями. Все. Раскаяние делу не помогло. От заключения под стражу в зале суда спасло только наличие у подсудимой годовалого ребенка. Суд считает необходимым назначить Хаджиевой наказание в виде лишения свободы. Оснований для назначения иных видов наказаний применения статьи 73 УК РФ не имеется. Учитывая все обстоятельства данной личности Хаджиевой и наличие смягчающих обстоятельств, суд считает, что исполнение реального отбывания наказания Хаджиевой в соответствии с частью 1 статьи 82 УК РФ может быть отсрочено до достижения ее ребенка Шакирзянова РТ 10 февраля 2016 года рождения 14-летнего возраста. Таким приговором подсудимая еще легко отделалась. 2 года колонии ей отсрочили на 13 лет. Помимо этого, она должна оплатить расходы, связанные с лечением, и выплатить моральный вред в сумме 100 тысяч рублей. Роман Муконин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».